Всем привет, ребята, с вами я, Диана, и в этом видео у нас с вами рубрика новости. Но перед началом этого видео подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но и не забывайте, что на Star Pets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у Star Pets будут в закрепленном комментарии и в описании. Также перед началом этого видео хочу напомнить вам о своем телеграм-канале, в котором каждый день проходят конкурсы на разных Flyride питомчиков. Быстренько переходи по ссылке в описании и участвуй. Также не забывайте подписываться на мой TikTok, также на мой профиль в Roblox, если хотите со мной поиграть. Все ссылочки находятся в описании под этим видео. В общем, ребята, у нас достаточно недавно с вами вышло обновление с парикмахерской, также с пиццерией. И, ребята, помните, у нас на тестовом сервере были полицейский участок, также была база воров, ребят. И нам еще этого не добавили в Adopt Me. Также у нас еще должны добавить новую школу, также должны добавить еще какой-то фэшн, подиум и так далее, какие-то показы мод. В общем, об этом я еще не знаю, ребят. И давайте я вам покажу видео, которое нам должны добавить, кто не видел. Ну, в общем, ребята, вот такое вот обновление нам добавят в Adopt Me. И, ребят, по секретным источникам, кстати, ребят, спасибо вам, вы помогли мне добить 100 тысяч подписчиков, и мне теперь есть секретные источники, мне теперь говорят информацию раньше других, поэтому, ребята, я вам хочу сказать, что это обновление у нас выйдет сразу же после Хэллоуина. А кто не видел, как я играла в это обновление, я вам оставляю подсказку вверху, так что переходите на это видео и смотрите, как я там воровала диваны, кресла, ребят, столы. Также я была полицейским, тоже, получается, спасала мирных граждан от воров и так далее, так что, ребята, обязательно посмотрите. Также я сбегала там с тюрьмы, тоже очень весело, также посмотрите. Ну а кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что на моем канале будет выходить информация раньше, чем у других. Поэтому, ребята, жду вашу подписку.